Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Все для клёва», и это видео посвящено очередным двум лайфхакам при ловле на макушатник. Как известно, макушатник – это одна из самых эффективных снастей для ловли мирной рыбы. Вот. И первых три лайфхака, которые я показывал вам, они, смотрю, достаточно популярны среди рыбаков, которые смотрят мой канал. И сегодня хотел поделиться еще двумя лайфхаками. Если вы смотрели первое видео, там я говорил о том, что нужно соизмерять вес крючка с объемом шарика пенопластового, на который вы ловите рыбу. Самый эффективный вариант, когда создается нулевая плавучесть и крючок находится прямо возле макухи в свободном таком плавании. Но такого добиться практически невозможно из-за того, что каждый шарик имеет свой объем, и плюс ловля на разной глубине тоже не угадаешь, как сделать такую нулевую плавучесть. И предлагаю я нацепить вот такую дробинку грузила на таком расстоянии, чтобы шарик с крючком находился прямо возле макухи. Вот такой вариант будет, я думаю, что очень эффективен. И лайфхак номер два. Для того, чтобы повысить эффективность макушатника ровно в два раза, можно одеть два крючка и на один нацепить пенопластовый шарик, на второй волосяную оснастку с горохом. С горохом подлиннее поводок, сантиметров 15, а поводок с пенопластовым шариком короткий. И получается так, что рыба, которая идет сверху по течению, в первую очередь наталкивается на макуху и пенопластовый шарик, а та, которая снизу по течению идет, наталкивается на горошину. И лайфхак заключается в том, каким образом это все забросить, чтобы эти два поводка не запутывались. В прошлом видео я предлагал сюда намазать манки и прицепить этот крючок, если он один. А если их два, то есть очень хороший выход, друзья. Мы берем детские кукурузные сладкие палочки и цепляем кукурузные палочки с одной стороны крючок и с другой стороны крючок. Все. И вот таким вот вариантом мы забрасываем его в воду. И получается, что при соприкосновении кукурузной палочки с водой она моментально размокает и освобождает наши крючки. Один становится вверх, и второй уходит по течению. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Все для клёва». Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Пока, всего хорошего.